Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Продвижение, и в этом видеоролике я бы хотел показать и рассказать, как можно накрутить живых подписчиков на вашу группу либо канал в Телеграме. Все очень просто, смотрите это видео, выполняйте все за мной, и у вас 100% получится тоже это сделать, и вам не нужно выполнять никакие задания. Смотрите, вы просто заходите в ваш Телеграм-канал либо группу, теперь нужно будет скопировать ссылку на ваш Телеграм-канал либо группу, нажимаем на ваш канал, теперь здесь нажимаем ссылку, скопировали ссылку, это может быть как ваш личный Телеграм-канал, либо даже какой-то чужой. Вы это все сделали, самое главное, чтобы у вас этот канал или группа была открытая. Мы все скопировали, теперь отсюда выходим, и нужно будет зайти в специальный бот в Телеграме. Да, вам не нужно пользоваться никакими сайтами, никакие странички, там какие-то программы качать, какие-то приложения, все такое. Просто выходите отсюда, вам нужно будет зайти в один Телеграм-канал, ссылка на этот Телеграм, точнее не на Телеграм-канал, а на бот, который очень классно автоматизирован, там вам не нужно ничего будет делать, все очень просто. И ссылка на этого бота будет закреплена в комментарии под этим видеороликом. Вы просто в него переходите. Вот так он выглядит. Называется Hype SMM Накрутка. Это новый бот по накрутке подписчиков, просмотров и любой другой статистики в вашей социальной сети, как Instagram, TikTok, Telegram и много других. Здесь есть очень много видов накрутки, то есть продвижения в ваших социальных сетях. К примеру, вот, ну, в общем, вы зашли в этот бот, нажимаете здесь теперь старт. Теперь здесь нужно будет нажать на ваш баланс. Вот вы как только сюда зарегистрировались, вы нажимаете на свой баланс. Сейчас я вам все покажу, я сам лично все пополню на ваших глазах. Потому что сайт идет платный, то есть этот бот идет платный, но накрутка здесь очень-очень дешевая. Сейчас закину буквально 15 рублей и вам дальше покажу, как это все работает. Вы нажимаете на баланс. Теперь здесь нажимаете «Пополнить баланс», вот у меня уже здесь пару пополнений, нажимаете «Пополнить баланс», выбираете здесь удобный для себя способ оплаты, к примеру, в Payeer, FreeCash, Love, Enote, все что угодно, выбираем, к примеру, Payeer, мне удобнее через Payeer это сделать. Теперь указываем сумму, на которую хотим пополнить, давайте накручу, ну, 15 рублей, к примеру, пишем 15, отправляем. И нажимаем «Перейти к оплате», нажимаем «Да», открывается такая страничка по оплате. Здесь теперь можем выбрать то, через что мы будем оплачивать. Первый вот Payeer выбираем. Выбираем здесь валюту, через которую сейчас нет. И нажимаем подтвердить нашу оплату. Ждем буквально пару секунд. Идет перерисация на страницу оплаты. Давайте сейчас все дальше оплачу. Как видите, все официально. Просто сейчас зайду в свой кошелек, оплачу и вам все дальше покажу. Нашел свой Payeer кошелек. Теперь выбираем счет, через который будем оплачивать. Вот я, к примеру, выбрал через доллары. Нажимаем подтвердить. Идет подтверждение нашего заказа. Итогово все оплата. Ждем буквально пару секунд. Здесь написано... Оплата успешно проведена, в течение 5 минут обычно сразу средства поступят на баланс вашего телеграм-бота. Теперь мы отсюда выходим и заходим назад в наш телеграм-бот. Заходим, смотрите, нажимаем вернуться вот в меню. Здесь нажимаем баланс, можем заметить, вот пополнение подтверждено, и у меня сейчас на балансе уже 18 рублей, пришло буквально за пару секунд, все как видели, с одного дубля, никакой не прикол. Теперь переходим дальше, как все накрутить, нажимаете вернуться в меню, здесь нажимаете накрутку, там закинули 15 рублей, теперь здесь выбираете Telegram, теперь выбираем подписчики, здесь выбираем очень много разных видов подписчиков, у нас здесь есть около 30 видов, любые страны, там, не знаю, Украина, Канада, Америка, ну, в общем, Германия, любые страны, выбираем все, что угодно. Есть в самом верху услуги, которые у меня сейчас на них действует скидка, они считаются одними из самых дешевых, но на них сейчас действует скидка, поэтому я вам советую выбирать их. Выбирайте вообще те, которые будут вам удобны, здесь сами можете все изучить. Давайте я выберу для примера вот эти вот самые первые, нажимаем на них. Теперь здесь нажимаем введите ссылку на накрученный объект, нажимаем сообщение, вставляем нашу ссылку, которую мы только что скопировали, сообщение, вставить, отправляем. Теперь укажите количество, вот у меня 18 рублей, мне хватит этих 18 рублей на целых 53 живых подписчика в Телеграме. Но мне столько много не надо, давайте накручу буквально 10 подписчиков, пишем 10, отправляем этому боту. И у нас здесь написано «Заказ успешно оформлен», нажимаем «Мои заказы», можем увидеть все мои заказы, которые я здесь совершал, видеть, сколько много заказов я здесь сделал. И вот мой последний заказ, Телеграм подписчики реально, где-то 10 штук, стоимость 3 рубля 40 копеек за 10 подписчиков, статус в обработке. И сейчас давайте, ребята, подожду где-то буквально 2-3 минутки, как только все подписчики накрутятся на мой Телеграм-канал, мы продолжим, я вам покажу, какой мой вышел результат с помощью сайта Hype SMM, точнее, с помощью этого бота. Ну что, ребят, смотрите, все уже подписчики накрутились, все произошло очень быстро, качественно. Вот мой телеграм-канал, открываем его и смотрите, уже 2246 подписчиков. Так что все работает, ссылка на этот бот будет закреплена в комментарии, просто переходите и можете тоже совершать накрутку в вашей социальной сети. Если это видео помогло и понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока!